В мероприятии приняли участие около 60 учителей географии из школ областного центра. Цель состоит в том, чтобы рассказать всем о предмете и определить новые направления в совершенствовании учебной программы. Это связано с тем, что наши выпускники школ часто выбирают географию в качестве второго предмета. Наши выпускники часто выбирают ее в сочетании с любыми другими профильными предметами – математика, казахский язык, всемирная история, английский язык. При этом более 50% выпускников средних школ выбирают географию. Вот почему этот предмет очень важен в наши дни. Кроме того, на совещании представлена подробная информация о вновь разрабатываемых образовательных программах в высших учебных заведениях, пороговых значениях текущего года, условиях приема абитуриентов и возможностях для будущего потенциала. Изменения в приказе номер 399 типовой учебной программы – это изменение учебных целей урока. В целом, есть основные проблемы в их разработке. Основная цель при обучении – подготовить задания, как объяснить их детям по-новому, показать, развить у детей взгляды, найти разносторонние новые подходы. В отношении школьных учителей также будут внедрены нововведения. Теперь в очереди предлагается очно-дистанционный формат обучения для педагогов, желающих повысить свою квалификацию. Василий Павлиди, Анель Рахимжан, Журсану Мирзак, Кукши Акпарат.